Всем привет! Всем привет, 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 привет! Привет, Андрей! С вами Дмитрий Красилов, и знаете, зачем я к вам пришел? Я хочу сделать с вами небольшую такую классную зарядочку для того, чтобы вы просто взяли и встали со своих диванов в кресел и начали немножко заниматься, двигаться, кайфовать от того, что у нас может быть что-то и нехорошо, но я готов сделать для вас хорошо. Поэтому сейчас по волшебному моему хлопку включится шикарнейшая музыка, и мы с вами начнем. Приготовились? 3, 2, 1. Но для начала, чтобы приготовить наше тело, чтобы оно поняло, что мы сейчас с вами будем заниматься, я предлагаю сделать глубокий вдох с поднятием рук и резким выдохом. Приготовились? Отлично, отлично, классно. Теперь, когда мы уже с вами настроились на работу, предлагаю ее начать. Начнем мы с головы, но не переусердствуйте, пожалуйста. Делаем легкие небольшие наклоны вправо и влево. Приготовились? Поехали. Вправо, влево. Вправо, влево. Теперь делаем практически то же самое, только не наклоны, а повороты. Вправо-влево, вправо-влево. Пожалуйста, также будьте аккуратны. Отлично. Следующее, что мы с вами будем разминать, это плечи. Все, что нам нужно делать, круговые движения. Вперед, 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 вперед. И назад. И еще раз вперед. И назад. Теперь мы с вами будем разминать грудную клетку. Это на самом деле все очень просто. Просто вперед и назад. Вперед и назад. Вперед. И назад. Я думаю, вы, если попробуете, вы сами с удовольствием это сделаете. Теперь переходим ниже, то же самое с тазом. Вперед-назад. Вправо-влево. Ну вот, как-то так у нас с вами и прошла эта замечательная разминочка. Если вам понравится, я думаю, вы сами с удовольствием ее будете делать тогда, когда вам будет удобно. И тогда, когда вы сами захотите чуть-чуть подвигаться. Ну что? Спасибо.